50 прекрасных и вдохновенных лет в художественном музее. Через руки Галины Савиновой прошел огромный фонд декоративно-прикладного искусства – более 3000 экспонатов. Долгие годы дружбы с замечательными художниками нашего города, стремление поддержать их творческие начинания позволили Галине Михайловне собрать сообщество интеллигенции города и области – ценителей изобразительного искусства. И в честь юбилея 50-летия творческой деятельности в зале областного художественного музея открывается выставка «Моих друзей. Прекрасные черты». Живопись, графика и предметы декоративно-прикладного искусства из мастерских ульяновских художников и частных коллекций Ульяновска и Димитровграда предстанут на суд зрителя. А в преддверии выставки Галина Савинова делится своим секретом успеха в профессии. Спрашивают, что, как можно полвека прожить в одном учреждении. Вы знаете, это, наверное, все-таки любовь. Любовь к своей профессии и любовь к своему делу. И прежде всего, это помощь, это тылы, это семья. Семья, которая дала возможность заниматься именно искусством. Многие произведения из мастерских художников, экспонирующиеся на выставке, зрители увидят впервые. Экспозиция откроется в художественном музее в воскресенье 3 ноября, и в течение месяца ульяновцы и гости города смогут увидеть эти яркие работы из частных коллекций.